пиздеж пишут. Nice ну... Online! Эвилон скатился. Можно по всем пабликам, пожалуйста, нахуй? Ребят, это, как вы выразились, не вранье, потому что, как вы успели заметить, наша многоуважаемая адекватная аудитория, я сказал, частично Twitch вводит. Частично, сука, частично, блядь. Не у всех, поэтому, ребятушки, будет вот эти проблемы. Ладно, мы начинаем. У нас Алексей, у нас первая карта, Синди, Дима Ваншот. Первая карта, даст 2, десаут за защиту, а команда Тендерли атакует. Сережка любитель, кстати, поныть на Дасте. Я надеюсь, что он справится со своими эмоциями, потому что пизды ему дадут жестко, если он будет в тильте. Тут как и Тендерли, как и Дима, камшот стреляет очень хорошо. О, Асинь тоже в спине. Я справа прохожу. Они либо... Сзади. У тебя еще, у тебя может быть. Здорово, Синди хороший шот. Ой, как разыграли. Они прям как потеряли, знаешь, в джунглях. Джунгли зовут. Была бы как классная передача, не знаю, достали бы ее, Вадим, или нет. Джунгли зовут? Да. У меня сейчас Рэмби Клуб играет. Ну, если не застали, ничего страшного. Алексей, мне 14. Вам 14, Вадим, все, прошу простить, прошу простить. Так, а, у нас занимает лонг, даже. Быстро занимает лонг. Ой, хороший про... Ой, какая хаешка. Ну. Минус 6. Это Counter-Strike, Вадим, не забывайте, что здесь физика... Ой, как Диман... Да, Диман просто раскайтил. Ну, плоховато. Синди. Синди. Есть минус 1. Ну и Тендерли это может выигрывать. Может, голова нужна, Тендерли, голова нужна. Ай-яй-яй. Татьяна, Танечка, Танюха, вот она, 2-0. 30 кп. Ничего страшного. Все, я музыку вырубил, Сейчас. Красава. Фокус. Дай мне, пожалуйста. Да, опять просто сидим, ползаем. Если что, если вдруг получаться не будет, будем бегать. Алексей. Играем, как играли. Алексей. Да, Вадим. Я вот всегда, когда вспоминаю про... карту. У меня вот есть один очень умный друг, вы знаете, Дмитрий Ликс. Он как-то сказал мне такую фразу, которая заела у меня на всю жизнь. Говорят, какая разница, какая карта, если это всего-навсего набор пикселей. Просто вдумайтесь. Это невероятная логика. И я думаю, надо передать ее дальше киберспортсменам. Тендер делает минус по десауту, Синди остается одна. Хороший шанс для того, чтобы взять первый раунд. Да, я думаю, они возьмут это. Танюха остается одна. Ну, позиция у нее, конечно, хорошая, типа будет. Она сейчас будет на подъеме. Подъем это одна из таких прям неприятных позиций. А, она все-таки в сайте. Ну, слушайте, в сайте. Прям смог, нет, прям смог справа зайди. В сайте, возможно, кстати, даже проще будет убить. Пойдем, быстро пока. Не будет. Таня побивает одного. Танюха. Нет, Танюха очень жесткая. Танюха прям максимально жесткая. Здесь у меня есть пару вопросов к Дмитрию. Почему он позволил это сделать? Он игрок, действующий. Знаете, вот честно вам скажу. Я вот играл недавно против Тани. И у меня был с ней клатч, который она так потно сыграла. То есть она прям выждала, знаешь, а я сгорел. И типа я потом подумал, блин, а вот Таня в этом плане молодец. Я типа пошел на поводу эмоциям. А она, наоборот, хладнокровно отыграла этот раунд. Дисциплина, Вадим. Да. Дисциплина. Вот у Тани дисциплина просто на высшем уровне. Она прям умеет себе сказать, там, ты делаешь что-то, то-то. Вот Сереге опять дали пизды, и опять Таня 1-2. Таня 1-2. Ваши ставки, Вадим. Сможет ли Татьяна затащить этот раунд? Почему бы и нет? Дима 20, 40 кп, Тендерли без армора. Она за испанским. Синди. Есть информация по яме. Синди зонит себе одну позицию. Это позиция шарта. Откидывает смок под себя. За что-то подобие ванной. Стой так, как стоишь, не дергайся. Ждем, пока это говно пройдет. Что он сказал, когда это говно пойдет? Это типа, когда Татьяна выйдет? Может быть, когда это пройдет. А, пройдет смок, да? Я понял. Скорее всего, да. Да. Скорее всего, так. Было бы странно, если бы Татьяна назвал говном. Спрыгнула. Тендерли должна была услышать, конечно же, должна была дать информацию. Да, точно, я услышала. Окей, ну короче, так стоим. Я боюсь, что я могу ошибаться. Лучше не вернуться. Я просто пока налево дал. Опа. Танюха, блять, в молоке. Спрыгнула, там будет. Ой, какой смог. А ближнего-то нет. Есть только дальний. Поэтому сейчас они будут. Тут хоть как-то бы, типа, в середину его давай. Синди. Проходи. Одна прошла, Дима отходит. Синди нужен. Синди, есть подъем, минус первый. Синди, ситуация 1-1 против Тендерли Бое. И, возможно, сейчас в очередной раунд. Раз Синди затащит клатч раунд 1-2.
Танюха может. Да. Ай, ну в таких моментах никогда нельзя запрыгивать на что-то, потому что, ну, типа, стакается тайминг. Рот, ебаный, блин, лагает, как у суки. Ух. Да, берем, нормально. Осуждаю. Пошли гранатку за меня. Пошли. Меня часто спрашивают, почему Татьяна без тиммейта. Ух-ух-ух-ух. Так, пойдем. Без чего? Без тиммейта. Чего утром ела? А, ну... Я... Короче, задача убить Танюху. Я завтра еще Сергея позвал на ответ за 5 секунд с фруктоской. Ой-ой-ой-ой, аккуратно, посмотрите, чтобы он и не начал ебать прям там у нас на камере, блядь. Грозились вы это сделать с Генсухом? Я грозился, но получилось так, что, смотрите, она далеко живет. Да, вижу. А тут согласен. Так, ситуация неплохая, Синди снова 1-2. Татьяна, что она творит? Я не понимаю. Синди. Синди. Тендерли. Синди. Третий клатч. 5-0. 5-0. Постоянные клатчи. 1-2. Ну все, деньги есть. Сам. А, возьми флешку. Можешь верхом кинуть? Согласен. У меня вопрос к десауту. Обратите внимание, счет Синди и счет десаута. Нормально, вообще не парься. Алексей, я вам просто говорю, что фруктоска живет этажом выше. И там могут быть проблемы, реально. А, знаете, это как у боксера. Алексей! Что? Синди ни разу не умерла еще! Да, я ж вам говорю, посмотрите на счет, Вадим. Вот так, все, ну Синди... Накаркал, блядь, еблан! Знаете, Вадим, это как у боксеров. Что говорят боксерам за месяц или ну, в подготовке перед боем? Не заниматься сексом. Нельзя заниматься сексом, потому что секс плохо влияет на ноги. Да. Поэтому боксеры в период подготовки ноги Алексей! Не занимаются сексом. Да. Может, я сейчас так хорошо чувствую КС, потому что я не занимаюсь сексом? Скорее всего, Вадим, скорее всего. А вот десаут, если пришел от фруктоски, это вопрос открытый. 7-й раунд. Алексей! Я всегда поражаюсь вашим знанием. Он я точно ебался. Подожди. Так, ну тендерли, ладно, это скип. Я монет. На нахуй. Блять, Танюха ебанутая. Стоп, а Танюха что, тоже не ни, что ли? Вообще никогда. Бля, да чё она ставит? Чё это за хуйня вообще? Это участник вашего турнира, Вадим. Нет, я имею в виду... Открой стрим, посмотри, что я до ласки легла. Давид, блядь! Давид, глянь сюда. Давид, у вас просто какая-то... Это бомба замедленного действия, пиздец просто. Знаете, вот тут вопрос, завидовать Вадиму или... Новобранец один. Давиду, да, либо же... Я не знаю, мне кажется, если Давид там что-то неправильно говорит, ему просто вертуха в голову летит. Вот, да, я про это, поэтому... Это шутка, возможно, как-то. Возможно вариант. У вас было такое в жизни, что если вы что-то неправильно говорили, вам летело вертуха в голову от возлюбленной, Вадим? Еще. Синди, один в один ситуация. Так, подожди. Десаут против Димы, кто окажется сильнее? Ой, блядь. Дима закрывает лицо рукой. То есть вы хотите сказать, это что будет, салат? Подождите, но не забывайте, это гранд-финал турнира. У нас best of 3 серии. Я знаю, я знаю. Посмотрим с вами, возможно, даже все три карты. Я в Генсоке 2 года жил, мне вообще похуй, я жизнь прошла уже, блядь. Меня уже ничем не испугаешь, блядь, ебаный ты рот. Гранаты есть? Да, у меня. Это 116-1? Нет, подождите. 16-1 точно не будет. Я думаю, что Тендерли минимум может рассчитывать на пятерку раундов. Это минимум. А там уж как пойдет дальше. Постараемся сбить темпом. Ну это пиздец. У вас тоже какая-то... Нет, у вас одна. Посмотрите, что делает команда атаки. Они начинают не пушить сразу же первым темпом. Они решают подождать. Они думают, что команда защиты сейчас почувствует вот это вот отрыв, это лидерство и пойдет просто пушить бездумно. Блин, Алексей, я хочу борьбу, но это пиздец. Подтягивайся ко мне. Хотите борьбу? Но я надеюсь, что игроки вас услышат каким-то образом. Не ушла, аккуратнее, Зик. Они вообще тут отдали, они, наверное, с планта. Блядь, десаут еще и даст не любит. Что будет на других картах? Главное не стрелять, все нормально. Если выйдет Зик, убиваем Зик. Напомните чату, какая у нас вторая карта, пожалуйста, Вадим. А я не помню, кто что пикнул. Мне нравится, что тут сеть. Открытие, десаут, есть минус по. Ну и все, закрытие. Ваншоту, ну и Тендерли Бае, у нее по 90. На самом деле, та самая Тендерли, которая удивляла нас первые свои игры, которая шла наравне с Она не спала больше суток.
Ну, придурок, тут видите. Тут ее проблемы. Ее проблемы, конечно же. Надо забрать АК. Это будет идеально. У меня минус 30, скорее всего. Она в планте либо? Калаш? Нет, нет, без калаша, хотя очень странно. Очень странно. 15 секунд, 6 справишься. Твой раунд. А, в планте она также. Да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. А, минус 26, извиняюсь. Ничего страшного. Да. Нет, Татьяна. Вдвоем против Татьяна. Одного человека играем. Я об этом же. Да, нормально, так, ничего страшного. Бля, монета за 5 лет службы. Иногда буду второй. Монета за 5. У меня, по-моему, где-то там уже за 10 имеется. Алексей, как она так играет? Синди? Все очень просто. Ежедневная практика, Вадим, тренировки и серьезный настрой перед игрой. Но я не думаю, что там отсутствие секса. Нет, только в другом порядке действует. Это уже в другом? А, да? Только немножко. Да. Пиздец. Что вы там? Думаете, девушки напрягаются, что ли? Так. О, первый раунд! А, второй. Блядь, еще я радуюсь. Второй раунд, поздравляю. Второй раунд, конечно. Не, ну Диману надо взяться. Надо показать, у кого здесь есть яйца. А у него тут одного есть яйца. Ладно, шутка. Так же опять просто ко мне подходи, потом выйдешь. Когда я добежишь? И все. И так же просто играем. У Серега тоже есть. Маленькие, крошечные, но есть. Пропускают хе. Можем подождать, может, немного, не? Давай хотя бы секунду. Их не может не быть. Хочется сказать так. Да. Я не попал. Нажмите. Так, тендерли просто. Близко к вам, да? Я не... Да. Давай, Диман, давай, Димочка, давай. Димасик, покажи, что ты тоже что-то можешь. Сейчас покажет. Десаут. Десаут. Есть информация по десауту. Да, давайте. Молодец. Десаут падает. Два в один. Два ебала! Танюха, давай! А, нет. В этот раз Дима не прощает. 3-8. Не думай об этом. У нас все нормально. Терпеть. У нас супер лучшая дуо на этом турнире. Сыглы. Мы просто валим. Сыглы. Делаем то же самое просто. Дима молодец. Моральная составляющая не просит. Да, да, да. Я всегда, вот знаете, любил таких игроков, которые не тильтуют, когда проигрывают. Я вот, ну, типа, очень жесткий нытик. Я никак не могу себе это пофиксить. По одной скинуться, пусть они переживают. Не заходи, пока не заходи, не заходи. Работа над собой, Вадим. Да. Короче, сейчас нет, сейчас посидим просто. Работа над собой. Ну, кстати, я вот, если честно, я вот какая-то работа над собой произошла в стримах, потому что в другой бы ситуации, наверное, если бы меня скручивали онлайн, я бы, наверное, очень жестко тильтанул, возможно, бы выключил. Но нет, я подышал потом своим. Вадим, мы становимся лучше только тогда, когда выходим из зоны комфорта. Алексей, это совершенно верно, это совершенно верно. Оп. Зик, можешь длину бежать. Бля, странно, что Таня два раза въебала, не попала, когда он прыгал. Прибегу и вместе там сыграем. Че, мне остановиться? Да, можешь чуть меня просто подожди, чтобы... Реально, походу, реально взрослеем. Бля, можно было бы смока этого. Это глубокий смок, смотри, она в него может зайти, я туда дам два молика. Ух ты, два молика прям. Вынимай. Натренированных. Хорош. Слушайте, Дима прям очень хорошо начал стрелять, я хочу вам сказать. Точно. Как будто взял мышку рукой. Да, удачи. А держал он чем? Пизда. Держал он чем? Не, ну... Давай второй раунд просто выиграем. Его сигнатурка это... Нормально. Ладно. Молодец. Идем драться. Оставим это. Взял. Ну и давайте смотреть дальше. Тендерли. Счет 2-9. Дим ваншот 13-8. Десаут 4-10. Синди 13-5. Вот керри в команде Десаута немножко поменялись. Хотя Синди... Десаут, казалось мне, равны по скиллу. Синди, приемка в упоре с диглом. Одна голова должна быть. Ой-ой-ой. Лоу хп там стоит, да, слева. Один хп, обратите внимание. Вышел, один. вышел. Вот тут лоу хп абсолютно. Он сейчас смотрит, аккуратнее. Да, не пика. Ты стрельнешь, я пика. Стреляй смог. Вот, видите, Вадим, теперь у вас спрашивают. Бля, Танюха, Танюха, это пиздец просто. У вас теперь спрашивают, почему качество 480? Вот теперь я напоминаю, друзья, Twitch. Начинает потихонечку попадает, бороться с отбором. Алексей, а почему это вот работает только такое у меня? Бывает. Нет, у меня сегодня то же самое было. А, у вас то же самое было? Да, ну, насчет онлайна я не могу сказать. У меня там был мой онлайн средний, который обычно я привык, там 1500. Но, тоже 480p. То есть сейчас Twitch ведет работу, частично аккаунты попадают под вот этот вот тест, под этом, поэтому нужно выключить отбор. Ой! Это прям такая красивая стрельба была. Настолько было уверенно. Как будто это симпл играет. Возьмем, будет вообще будет хороший счет для нас. Поехали.
Я накину флешку за спину, деремся до конца. Давай, давай. Молодец. Молодец. Да, кинь просто флешки, давай сейчас посидим. Я сейчас подожду Зик. Может быть, кто-нибудь подожди. Я сейчас в другую позицию чуть встану. Супер крысу. Сидим, крысим, потом отдыхаем. Блин, может быть, предложить Танюхе собрать пятерку и пошпилить какой-то турик? Квалы какие-то. Смотри, может зайти. Ну, Вадим, там другие правила на этих квалах. Там очень жестко. Но я же... Не, я понимаю. Найти таких же 5 Танюх в СНГ тоже очень тяжело. Не-не-не-не-не. Я имею в виду нормальный собрать состав, типа. Читаемый плюс-минус. О, Десаута не прочитает. Тендерли не прочитает Десаута, мне кажется. Но не все, есть еще флешка. За дверями потом. Смотри, близко слева, может быть, за дверью нашей. Давай, заходи первое. Смотри, слева близко сразу, может быть. Сейчас, подожди, молик дам близко. Сейчас его разбаним. Отойди налево. Молик полетел. Десаут. Десаут ждет. Я бы еще флешечку под выход, было бы идеально. Но не кинут и не чекнут, да. Здесь минус от Десаута. Ой-ой-ой, не дожал по Тендерли. 7 хп оставляет ей, Синди 1 в 1. Ну, здесь без шансов. 7 хп это, типа, ну... Нет, мне страшно. Нормально, твоя очередь одну дать. Там очень мало хп, короче. Стапа убьешь ее, по идее. Ага, понятно. Звука нет в игре. В чате пишут, у Димы, ой, у Димы 111 тысяч голов на АК. Может быть такое, надо может быть. Брать, надо тащить, потому что за тобой будет очень тяжело, я уверена. Слушайте, я очень сильно надеюсь, что это все сейчас поменяется максимально. Да, тоже верно. Такое может произойти. Ой, опять же, команда Десаут сейчас в атаке. Десауту не нравится Даст. Возможно, он в атаке будет действовать похуже, чем в защите. На длину идем. Ну, куда уж хуже, Алексей. Хотелось бы сказать. Но не будет, нет предела подъем. Совершенства, Вадим, поэтому, возможно, нас ждут сюрпризы. Сейчас просто деремся. Они оба идут драться. Ой, молодец, Дима. Нормально. Блин, ну видно. Короче, главное, чтобы Амина сейчас не расстраивалась, потому что, ну, типа, она не выспалась и... Другому мой 20 хп снял. Обратите внимание на посадку Амины. У нее полностью рука лежит на столе. То есть локоть не свисает. Это, скорее всего, у нее очень большая сенса, потому что ей не надо полностью двигать рукой, она двигает только кистью. Вот многие игроки, у Десаута, например, тоже, он много не возит мышки по столу. А мне возит, ну, зачем ему? Тело двое, оба в ней. Отходи. Он особо не целится в модельке. Иди, играй на подъеме просто, твоя задача... Ладно, сейчас Танюха выйдет, как всегда, два ебала даст, и все. И на этом закончим этот раунд. Просто типа лево-право смотри, как увидишь ее, крикнешь. На линии она будет меня выжидать сейчас. Ну, флеш терять не надо. Надо в яму отойти. Сейчас будет первый этап. Не пикай лучше, время за нами. Далеко? Но один может обходить просто. Яме, нет, она в яме, нет, она не пи... А, хорошо. Ну, в пизду не пикай. Я надеюсь, Диман... Ой, хорошо. А Диман, короче, смотрите. Диман почувствовал, что он начал попадать. И он пикает специально для того, чтобы нарастить вот это преимущество. То есть, чтобы немножко запугать врагов, типа. Давай, то же самое. А может быть, Десаут бы дал калаш Синди? Оголил бы взял. А, ну давай. Один пойдешь. Я пойду длинную. Ну, здесь уже... Красава. На их усмотрение. Дал. Есть. Ой, минус 30 есть. Маша, отходи, отходи. Покосил, да. Окей. Смещается они под шорт у нас команда атаки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И Дима здесь их принимать будет сейчас Тендерли. Десаут, десаут, десаут. О, Аминка красава, молодец. Блин, я думал, если честно, Сережа ее убьет. Я думал сейчас кричать, ура, Серега сделал фраг, но нет. Молодец. А мина собралась, 5 килов. Кричать не нужно. Получается так. Это то же самое. Да, мина. Ну, она мина не спала, как она могла проснуться. Можешь вообще сбежать, просто молик сразу скинуть. По идее, первее будешь, я просто за тобой прикрываю. Сейчас я дождусь раунда, меня подпушить должна. Можешь идти на подъем играть, опять начать. Два дигла. Два первых армора. Команды атаки. Нет, ну, Татьяна сейчас просто выйдет, две головы даст, и все, и закончим раунд. Не хочется. Ага. Подождем, смоки потратить. Алексей,
Давай. А почему мы сегодня не делаем предикшены? Наши профессиональные. О, я даже не знаю, почему мы сегодня без предикшена. Хорошо. Давайте. Как вы думаете, кто выиграет первую карту? А, первую карту кто выиграет? Я думаю, что команда Тендерли. Ага. Ой-ой-ой. Вы думаете, выиграет Дмитрий Ваншот и Тендерли Бай, да? Ничего больше нет. Да, я в принципе думаю, что они должны забрать этот турнир. Один, у тебя одна Тендерли будет. Я на себя. Ну а там как на самом деле, сейчас мы с вами посмотрим. Также просто с тобой издалека вертимся. А вы что думаете, Вадим? Ну, я тоже, если честно, думаю, что Дима должен выиграть, потому что он почувствовал игру, он в принципе понял, что вот эти первые раунды это были больше, знаешь, так, ошибки. Нет, за надо было прочувствовать оппонента, надо было понять, как он играет, и уже от этого отталкиваться. Ну и, возможно, просто немножечко войти в колею. Уходи, да, уходи. Так же, мы просто не меняем. Ой, позиция плохая, ой, позиция плохая. Синди, хорошо. Ужасная позиция была, он просто стоял в центре. Почему не занял? Слишком широко сыграть решил. Да. Можешь закупиться, закупайся. Давай зиг пойду, короче, близко пойду встану. Накину флешку. Выйдем. Зато Синди и Десау сделали по одному килу, если я не ошибаюсь. А ты успел пострелять? Давай, я посажу. А? Ты пострелял перед каждым? Да, в следующем раунде каждый сделал килл. Тим Эйс. Красава, блядь. 2 на 2 можно его так назвать. Хорошо, здесь у нас есть СМ-ка. Извиняюсь. Это мой. Да, ты можешь поджимать. А чё у Сергея 64 хп? Они могут ждать, конечно, еще. Они потихоньку там распикивают. Обратите внимание на Тендерли. Сейчас будет интересно, получится ли у нее реализовать позицию со спины. Тот называемый люркер на профессиональном уровне, который обходит спину и пытается действовать именно со спины, но Синди контролирует ее. Не получилось. 12-9. Так и есть, Вадим. Сложно, правда, очень сложно против Синди играть. Вообще пиздец. Сам бог велел. Так, ладно. Че, бог возьму велел? Дигл один. Вон пойти. Ну, конечно. Хорошо. Я тебе накидаю флешки. Да давай, видишь, давай, я давай. Я вернусь к тебе. Если я уже видишь... понял, Танюш, что я мясо. Да можешь не объяснять, я просто выйду и умру. Да сейчас я выйду, мадам, въебал, смотри. Раз, два. Длина. А, вышла. Другая, да. Флешку дай. Нету, я тебе две дала. Под упором. Просто выйди. Раз, два. 13-9. Нормально, ничего страшного. Начали отпускать немного. Да. Ну, начало 4, было хорошее. 4 раунда, это серьезно довольно. Шапку тебе дам. Давай. Да, сейчас немножечко подотпустили. Что по баю у команды защиты? Есть темка, есть фама. Что по раскидке? Есть граната, есть флешка и смог. У Димы ваншотом, второй первый армор. Ну и, понятное дело, в атаке все хорошо с баем. Подожди немного. Блин, ну это еще МК, я уверен, что с нее даже стрелять не умеет. Один зик может бежать. Сейчас, секунд 10, подожду, 15. Затишье перед бурей. Не торопятся на данный момент игроки. Не идет. Десаут. Я буду играть. Играет очень медленно, занимает шорт, аккуратно чекает позиции. Дает информацию, что здесь никого. Синди, Дим ваншот спалился. У нее есть информация, что с правой стороны игрок. Синди получает немного по хп. Но урон несерьезный. Под упором у меня. Один глубоко, слышь? Один глубоко. У меня беголовый. Чуть-чуть. Да, паш верхом. Ослепнешь. Ты каленый, тебе надо выйти на размен. Пошли. Ты один хп? Та длина может быть. 10 хп, без головы. Докидывай, да. Убил. Хорошо. Лонка подъем. Длина можешь пойти. Подъем точно тоже. Зиг смотришь? Плохо по тоже. Чуть-чуть. Да, у меня, она уже прошла. Синди! О, Диман расконтролил. 13-10. Ну, Синди совсем не полетела здесь. Да. При втором зажиме прям вообще не туда пули полетели. Тендерли, если честно, сегодня не узнаю. 5-17, это прям... Прям что-то жестко. Давай пропустим тайм. А там, кстати говоря, Сергей Григорян подтянулся у нас. 13-17 счет у него. Ух, ярит просто все. Как тебе нравится, если хочешь, да если ну, чувствуешь, делай, вообще пофиг. А мне еще интересно. У тебя могут быть два поднимать. Ничего не кидают. Кинул хе. У меня вроде прыгнул. Могу, да. Подождали? На длине. Будет. С
угла будет. А это лонг, я слышу лонг. Окей. Тогда не иди просто здесь, смотри. Просто выкидывай. Медленно раунд. Да, потихоньку. 30 секунд позади. Дима ваншот на приемке из пода. У Димана хорошая позиция. Ой, смачок, под бокс, да? Шортом. Да, прокинул, из-за смока можно пикать, вот так вот, например, да. Посмотрел немного, но он уже понимает, где находятся оппоненты, как минимум один. Синди аккуратно на степи проходит, Синди есть минус. Ой, какой тайминг под флешку, блядь. Я хотел попрошить, блин. Если бы сказал, что она близко, я бы убил бы. Я думал тебя в спину, я начал гранаты доставать. Не-не-не-не-не, мне просто. Смотри, он сейчас пойдет. Подсади меня тогда. Опять кидать хаешки, скорее всего. Так можно было ничего не кидать. Мне. Тебе надо было, могла бы просто это смотреть и не тянуть. Блять, выживай. Мне админ ТЧа ответил. Ничего страшного. Эх, Мария, не знаю, в чем проблема. В понедельник постараюсь разобраться. Хорошо, спасибо. Ну вот он в этом раунде. Разберемся в понедельник. Знаете, есть такой фильм. Доживем до понедельника. Он с калашом. Ну, доживем. Дима ваншот, хорошая голова, Синди остается последний. Хочешь можно на широком вопросе? Вы знаете, что мне сегодня Twitch ответил, Вадим, на мой запрос. Синди очередной клатч 1 в 2. Да, Синди 1 в 2 берет, ей вообще похуй. Я сегодня, случайно 30 числа, я удалил трансляцию. Трансляция была рекламная. И мне надо было ее оставить. То есть мне сейчас, скорее всего, не выплатят за рекламу деньги, потому что я удалил эту трансляцию. Я написал Твичу и говорю, так и так, возможно ли восстановить мою трансляцию. Я знаю, что в архивах Твича она имеется. На что мне отвечают? Алексей, Twitch — это непредсказуемая платформа. У нас есть много всего, и мы советуем вам включить сохранение трансляции. Спасибо. Я даю, я даю. По факту. Сиди. Справа, под упором, справа. Один тендер на размене. Ну, это последний раунд, скорее всего. Я боюсь. Тебе надо идти в сторону банки, потому что если он в банке, он тебе знает инфу. Все. 16-10. Сори. Да, ничего страшного. Да нормально, давай, у нас сейчас. А могу я вторую карту хотим играть с тобой? Ой. Да, да. Сейчас Инферно, по-моему. Диман, ты почувствовал вкус? Пас? Диман, ты почувствовал вкус дигла? Он меня заметил, да? Ну, он тебя не будет размечивать, нахуй надо. Да.